Хочется сказать о том, что вынужденно мы находимся на нерабочих днях, и хотелось бы, чтобы все наши люди, амичи, сохраняли свою физическую форму самыми доступными элементарными способами. Ну а всем ребятишкам, спортсменам хотелось бы пожелать, чтобы они тоже не потратили это время даром и вспомнили те комплексы упражнений, которые у вас учат на тренировках, которыми вы можете воспользоваться в домашних условиях. Планка. Всем удачи, будьте с нами.